Здравствуйте, дорогие друзья. Мало того, что мы ничего не успели в недельной главе, так и праздники закончились. Вообще праздники очень важная вещь в календаре обычно верующего человека. Как в жизни отдельного человека, так и в жизни общества. Очень важно прервать на какое-то время привычный порядок, вот это течение жизни, рутину, да, и просмотреть пройденный путь, и посмотреть, куда идешь. Все ли идет должным образом? Иначе можно заблудиться. И пророк Ирмия говорит: установите себе знаки, поставьте вехи, обрати сердце на путь проторенный, на дорогу, которая, так сказать, приведет тебя. О чем тут разговор? То же самое, что мы сказали, что есть праздники, есть шаббат, дни, когда надо остановиться. Ну просто, если кто не может совсем, надо набрать так воздуха и хотя бы 5 минут подумать немножко, подумать, потому что человек бежит, компьютер, телефон, самолет, это ничего не успевает, потом раз, там 120 лет, все, не успел. Сейчас много проблем, много вопросов, надо все это обдумать. У каждого человека написано в Каббале, будет 10 испытаний, 10, как у Авраама, в которых он посчитает, что все, все пропало. Вот, да, так построен этот мир. И так же, как Авраам, надо понять, что это испытание сверху, их надо просто пройти. Например, если бы человека вызвали и сказали: вот, слушай, сегодня у тебя будет испытание, ты потеряешь $100. Будет он нервничать? Это Бог сказал так. Вот, он, нет, конечно, он думает, все отлично, ждет. А если он просто что-то потерял, начинает нервничать. Ничего случайного нету. Ни одна потеря, ни одна находка, ни одна встреча. Ничего нет случайного. И обратите внимание, еще раз говорю, это очень важная вещь понять, как Бог видит этот мир. Этот мир испытания. Здесь надо все время, здесь посылают человеку испытания. И он должен принимать на себя работу, чтобы не получились дополнительные испытания. Посмотрите, любимцы Бога какие. Авраам, Ицхак, Яков. С точки зрения нашего, у них ну, не просто плохая, кошмарная жизнь. Там заубили, там отравили, там предали, там все. Сплошная катастрофа. Но люди все время на этом что? Они усиливали себя. И мы говорим: Бог Авраама, Бог Ицхака, Бог Якова. Почему? Просматривая их жизнь. Что, мы хотим такую жизнь? Не совсем, да? Но мы хотим другого. В каждой ситуации они видели, что Бог обязательно поможет. Вот есть люди, которые думают: вот смотри, вот негодяй там какой-то плохо, хорошо живет, а вот хороший человек живет плохо. Как это так? То есть это вечные вопросы человечества, но раньше все было проще. Раньше пророк, вот ты делал что-то хорошее, пророк объявлял, там такое-то совершил, то-то. Теперь сказано в Каббале совсем иначе. Но в высотах написано, где-то записывают, скрепляют печатью то, что обнаружится потом. Ни одно хорошее дело не пропадает, ни один поступок, ни одна мысль, ничего не пропадает. Записывают для грядущего. Да, в свое время это станет известно, но теперь такой поддержки нет, и это надо понимать, и это усложняет жизнь. Обратите внимание, вот нам не зря рассказывают про поколение пустыни. Возможно, сыны Израиля жаловались, бунтовали, но они шли за Богом. Они продолжали путь. Подобно Аврааму, Саре, отправлялись в путешествие, когда Бог сказал, шли в неизвестность. Вот в этом и состояло чудо. Мы можем сделать очень важный вывод, который откроет нам глубину вообще понятия веры или вообще в целости. Что такое вера, как они верили. Вера не имеет никакого отношения к определенности. Вера – это мужество. Мужество жить, смиряясь с неопределенностью. Если бы было ясно, вот тут появился Бог утром, вышел там, здрасте, товарищи, там, какая вопрос? Именно живя в неопределенности, понимая, что есть, но не видя. И вот так вот почти каждая фаза исхода была сопряжена с какими-то трудностями. И потому в Торе такая огромная сила. Тора не создает видимости, что жизнь менее трудна, чем на самом деле. Не успокаивает человека, не удремывает его, да? Дорога извилиста, она говорит, она путь долгий, случаются неожиданные события, внезапно вспыхивают кризисы, становится, вот важно, что обращаясь к Аврааму и Якову, мы понимаем, что всегда есть возможность, столкнувшись с неизвестностью, выйти из нее победителем. И в конечном итоге надо задуматься о том, ну, в чем смысл жизни, говорит Каббала. Тора говорит, стремление к максимально приблизиться к Богу. Потому что он сотворил этот мир, и только он знает, как использовать там имеющиеся средства в этом мире для сближения с ним. Наши современники больше стремятся не к духовности, сколько к ощущению духовности. Мы поколение телевизора, там, интернета, нам нужно все быстро, удовольствие, достижения, никаких затрат и усилий не хочется. Наставления это новомодных гуру там заменяют тяжкий труд вот, реального духовного совершенства, уроков по Торе. Наша связь с Богом устанавливается
путем выполнения только его воли. Все остальное это все неправда и не так. Все формы богослужения, кроме той, что он сказал, это подмена духовности ее суррогатом. И автомобиль не подводит, только если ты будешь исполнять инструкцию его. А инструкция у нас это Тора. Да? Кстати, чтобы я не забыл, очень важная вещь. Следует воздержаться, если не дай Бог, кто решил развестись, написано в Кабале, запрещено, следует воздержаться от расторжения брака в месяце Яр, потому что мы не знаем точно, как пишется название этого месяца с одной или двумя буквами Юд. А если неправильно напишешь, то неправильная бумага, поэтому ни в коем случае. Шаббат шалом, ничего не успели, так хочется еще один урок, еще что-то. Я постараюсь сегодня еще записать, мы сейчас через 5 минут выезжаем рано-рано утром в Газу, будем кормить солдат, помогать нам немножко. Есть одно дело. Брахавы от слаха, хорошего шаббата, всего самого лучшего.